Всем привет! Сейчас Миланка были в поликлинике, нам уже выдали справочку. Подожди, подожди, Милаш, ты все не хватай. А, зашли сейчас в магазин, Миланка выбирает подарки для Лики. Ты не показывай, Милаш, а то мы Лики потом... Лика увидит? Нет, сейчас будем смотреть еще. Милан, у Лики есть вот эти вот. Ты взяла? У нее есть. У нее упаковка, пачка такая. У нее целая упаковка. И вот эти она не очень любит. Давай будем брать то, что ты взяла, это вот классно. Мы не будем показывать, что? Сникерс не очень. Пойдем дальше, я знаю. Пойдем дальше, да, еще посмотрим, что. А я люблю, Милашка, вот такое. Миланка покупает подарочки, а я пользуюсь случаем. А, нет, да, ну ладно, понятно. Взяли Миланке справочку на завтра. Завтра у них чаепитие. Типа утренника будет в школе. Последний день они в этой четверти учатся и на каникулы. Так, шоколадки вот такие мы уже взяли. Не показывай. Да я не показываю, я тебя показываю. Я не показываю, что у нас в тележке, что ты взяла. Набрали тут разные вкусняшки. Ого, да, смотрите, забрали бумагу, вот такую упаковочную. Смотрите, какая красивая, толстая, по 10 метров в рулоне. Изи забрали, покажи, кукурузу за 29 рублей на Озоне. Все, погнали? Заказала себе костюм в таком цвете. Очень мягкий, теплый, очень приятного качества. Шея закрыта. Капюшончик цвет обалденный, просто суперский костюм. И длина мне понравилась. И как сидит. Просто огонь. Смотрите, какой шикарный цвет. Очень нравится, как сделано здесь. Видите, такой вот воротник, шея закрыта, очень теплый, с кармашками, вот так вот выглядит он, капюшончик. Костюмы я всегда себе заказываю в 46 размере, чтобы они были посвободнее. Пижамки еще заказываю там 44 размер, иногда 46, а вот нормально. И мне очень понравилось, что вот здесь вот именно горло получается вот закрыто. Не нужно эти шарфы дополнительные. Просто куртку, пуховичок накинула и вперед. Даже вот шапку можно надевать, капюшон теплый с начесом, курточку, пуховичок, ботиночки теплые или кроссовки. И погнала по делам. Еще хочу сказать про брюки. Мне понравилась высота. Они не слишком высокие, не низкие. И понравилось то, что здесь резинка, она такая, знаете, мягенькая, комфортная, ничего не жмет. И резинка, знаете, здесь прошита, то есть резинка не будет никуда убегать. В общем, костюм просто супер. Прям реально рекомендую, кто ищет такие тепленькие костюмчики с начесом. Удобные, это вот однозначно стоит обратить внимание на вот эту модельку, прям классно. Смотрите, какие все швы ровненькие, приятная очень ткань. И вот хочу показать поближе, вот здесь капюшон как сделан, видите, шея закрыта, еще и с начесом, согревает. Я говорю, сегодня проходила весь день в этом костюме. У нас достаточно прохладно в Санкт-Петербурге, но я в нем не замерзла. Я даже не надевала никакие подштанники, лосины, ничего. Вот я носки, как всегда, вот, привыкла ходить носки и одеваю костюм, да, брюки. То есть, ну, как некоторые там одевают еще какие-то лосины теплые, там колготки теплые. Я ничего этого не надевала, и мне совершенно не было холодно. Мы весь день сегодня ходили, гуляли, там с мамой ездила по делам, ходили в магазин. И я вот хочу сказать, вообще не замерзла. Очень тепленькие. И хочу показать еще наши покупки с интернет-магазина «Мой любимый Василек». А недавно я заказывала себе утепленные такие вот лосины. Они с начесом.
Я вначале думала, честно сказать, что они будут, наверное, мало мерить, и заказала себе на размер больше. То есть можно было бы заказать себе 44, я заказала 46. Но, честно сказать, они немного мне свободны. Не прям сильно, но можно было бы спокойно 44. Так что, кто заказывает такие вот утепленные лосины, то вполне вот заказывать размер в размер. И Лике они очень понравились, понравилось ей, как они на мне сидят, понравилось качество. И самое главное, сейчас как раз зима, холодно, их можно даже надевать под какие-то брюки, потому что они не слишком объемные, но в то же время они теплые, с начесом. Лика себе заказала также размер в размер 42. Сейчас я покажу поближе. Я себе заказывала их в двух цветах. В сером цвете и таком темно-синем цвете. Лика себе заказала в темно-синем цвете. Но они очень классные, очень. Их можно под какую-то туничку надевать, их можно, вот как я сказала, под брюки даже надевать. Вот такие вот лосины. Смотрите, какие они утепленные. Они не слишком толстые, знаете, как вот какие-то гамаши. Они достаточно такие вот удобные и не объемные. Очень мягенькие, просто прелесть. Вот такие вот лосины в таком цвете. Резинка здесь очень мягенькая, очень. Тоже такая же мягкая резинка, как вот я показывала на костюме. Кстати, цена просто космос. Они стоят 620 или 630 рублей. Это тот случай, когда именно и цена, и качество просто космос. Приятно удивляет. Миланке заказывали уже вот такой комплект. Здесь маечка и трусики. А мы заказывали ей в розовом цвете. Сейчас заказали в таком желтом лимонном цвете. А я ей заказала на рост 134. С кофтиком. Качество очень классно. Очень. Я поэтому заказала еще такой же комплект. Так это выглядит. На 9 лет я заказала. Свободненько, но нормально. Не слишком большие. Такие вот трусики. Кстати, такой комплект можно заказать и вот в подарок. Спокойно на Новый год. Сейчас все занимаются вот подарками, покупками подарков. Кто-то ищет, кто-то уже что-то присмотрел к Новому году. В интернет-магазине «Мой любимый Василек». Очень-очень большой ассортимент всего разного текстиля и одежда, и для кухни какие-то полотенца, скатерти, и новогодний дизайн, и что-то более такое, знаете, в однотонном цвете, кто любит. Поэтому и одежда тоже, и пижамки есть классные новогодние. Ну, вообще класс. Мы, кстати, с Ликой тоже заказывали пижамы. Кто не смотрел, посмотрите наш новогодний влог, где мы с Ликой и с Миланкой, когда мы все наряжаем елку, и мы с Ликой в одинаковых пижамах, такие красные, в клетку, ну, прям такие, знаете, новогодние. Вот одеваешь пижаму такую новогоднюю, такой расцветки, и прям сразу новогоднее настроение, новогодняя атмосфера. В общем, такие трусики тоже, швы все классные, ровные, очень удобные, резиночка мягенькая, самое важное. Я очень всегда обращаю внимание, для меня это прям очень важно, чтобы ничего не давило. Заказала еще вот такой комплект. Это комплект для дома. Мужской. Такой костюмчик. Здесь майка, футболка и шорты. Сейчас я вам покажу. Итак, вот так выглядит костюм. Это костюм для дома. Честно сказать, мне кажется, его можно даже потом и на лето, если заказывать. В общем, женщины, девочки, обратите внимание, что сейчас как раз есть в наличии они и разных цветов, и есть размеры. Я хочу сказать, что, во-первых, это классный подарок, опять же, к Новому году. Кто думает, чтобы подарить, и чтобы это было как-то и по цене более-менее бюджетно, можно подарить вот такой костюм. Он классного тоже качества. Здесь, кстати, кармашки есть, с двух сторон карманы. Вот такие. Здесь кармашек. И вот здесь кармашек. Резиночка достаточно приятная, тоже не тугая. Вот такие вот шорты, они и не длинные, и не короткие. То есть длина просто удачная. Вот реально удачная длина. И вот такая вот футболка. Она такая тоже не слишком длинная, но немного удлиненная. Швы все ровненькие, качество просто бомба. Просто бомба. Очень мягкое, хорошее качество.
ну, класс просто. И еще что хочу сказать. Не так за горами 23 февраля, мужские праздники. И именно сейчас нужно заказывать вот такие вот костюмчики, их убирать, прятать. И потом на 23 февраля идеальный подарок для мужчин. Идеальный подарок. Просто суперский, вот я вам серьезно говорю, пока они есть, потому что, знаете, потом, как всегда, ближе к празднику, все начинают скупать, покупать, и уже нет наличия то размера, то вообще нет наличия, а вот сейчас как раз то, что нужно. Здесь еще, смотрите, какая-то такая надпись, ну, слушайте, ну, супер качество, вообще просто бомба. Надо будет потом еще как-нибудь тоже заказать, спрятать, и это будет подарок, этот, конечно, я сейчас подарю, а... На 23-е обязательно нужно будет заказать и спрятать, потому что это вообще классный подарок. Так, ну и достаточно часто я стараюсь менять, обновлять полотенца на кухню, потому что они, ну, как правило, очень быстро портятся, что-то где-то вытерло, что-то какое-то пятно появилось, которое уже трудно выводится. Ну, в любом случае, понимаете, да, что на кухне полотенца нужно менять достаточно часто. Вот я очень часто заказываю, есть махровые полотенца, вот такого же размера, это, если не ошибаюсь, размер 30 на 40, по-моему, идет. Махровых полотенец в этот раз, когда я заказывала, не оказалось. Я заказала такие вот вафельные в белом цвете. Расцветки есть разные. Но я люблю беленький или бежевый, вот что-то такое. Здесь 6 штучек. Просто классические беленькие вот такие вот полотенчики. Хочу вот перед Новым годом убрать уже, повыкидывать там, которые такие, ну, как я сказала, потрепались уже, где-то появились пятнышки, где-то что-то как-то, которые не выводятся, да и вообще такие, они, знаете, быстро портятся. И я вот заказала вот такие вот, здесь 6 штучек. Такие вот вафельные. Ссылочку на интернет-магазин обязательно оставлю в описании под видео. В предыдущий раз, когда я делала распаковочку, очень много было вопросов, как зайти, как зарегистрироваться. Как и в прошлый раз, в принципе, я оставляю ссылочку в описании под видео. Заходите, переходите, там очень легко регистрироваться и совершать покупки. Вот, выбирать все, что нужно, очень удобно. Я знаю, что сейчас под Новый год времени у всех... не так много, работа, какие-то дела, подготовки, еще что-то. Появилось свободное время, села на диванчик, делаешь заказик быстренько, оформляешь все и получаешь классные товары. Заказала в этот раз еще такой же плед, жаккард, только я заказывала в предыдущий раз другой расцветки. Это такой большой достаточно размер. 2 с хвостиком на 2,20. Качество обалденно. Но опять же хочу сказать, отличный вот вариант подарка к Новому году или на какой-то любой другой праздник. У меня мама увидела тот плед, влюбилась в него, говорит, хочу такой же. Я заказала еще второй. Ну, немножко другой расцветки, но в целом плюс-минус расцветка похожа. Рисунок немного другой.